Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила сообщение о ее скором визите в Армению. В поездку вместе с Пелоси также отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир. Баку ТВ обратилась за комментарием к российскому политологу, главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко. Анонсированный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению носит откровенно подстрекательский характер. Мы помним недавний скандал, связанный с тем, как она приехала на Тайвань. И по аналогии, очевидно, ее визит в Армению – это один из элементов поддержки армянских сепаратистов в Карабахе. США действуют откровенно цинично, без уважения к интересам стран региона, и я полагаю, что ничего хорошего от данного визита ее в Ереван ожидать не приходится. Тем более следует обратить внимание, что в этой поездке вместе с ней также будут и влиятельные представители американского армянского лобби, которые выступают как откровенные враги Азербайджана и также поддерживают все усилия армянских сепаратистов. В этой связи я думаю, что и на дипломатическом, и на политическом уровне визиту Нэнси Пелоси в Армению будет дана адекватная оценка как в Москве, так и в других столицах, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы США поджигали Южный Кавказ. Следует также отметить и тот факт, что Пашинян отказался приехать на саммит ШОС. С одной стороны, это объясняется тем, что сложная общественно-политическая ситуация сегодня складывается в Ереване. Но если посмотреть на это с другой стороны, то это можно расценить и как желание Никола Пашиняна продемонстрировать приоритетность отношений прежде всего с Западом, особенно в преддверии приезда Пелоси, а не стремлением выстраивать отношения с участниками ШОС.